Я думаю, что игра была интересная, и в первом и во втором тайме много было быстрых атак с одной и с другой стороны. Вот, много было стандартов интересных, опасных. Но что касается результата, я считаю, что он закономерный. Что касается нашей команды, то нам надо очищаться от ошибок. Сегодня мы допускали критические ошибки, связанные со взятием ворот. Вот. И что касается атакующих действий, здесь мы должны быть еще более разнообразны. Что касается характера, то здесь однозначно я благодарен ребятам. Они его проявили сегодня в полной мере, проигрывая и 1-0, и 2-1. Старались найти зоны для прорыва обороны соперника, старались создать в быстрой атаке или завершающий удар найти, или стандартное положение заработать. То есть они стремились к тому, чтобы результат был положительный. Спасибо им за это.